Количество вакансий в текущем году в большинстве сфер снижается. Об этом сообщает РБК. Больше всего в годовой динамике упала востребованность в сфере страхования, госслужбы, автобизнесе и в профессиях домашнего персонала. Кроме того, на 50% по сравнению с прошлым годом уменьшилось и количество людей, которые ищут работу в сфере искусства. А какие профессии не востребованы, по мнению тверичан? Мы спросили у них на улицах города. По-моему, любая профессия, она все равно востребована, все равно где-то что-то требуется, потому что это жизнь наша и различные сферы деятельности, и просто зависит от людей. Ну, уход за животными. А именно почему? В социальной сфере, наверное, из-за зарплаты. Стоит рассмотреть, что повысить. Все востребовано вроде, я так думаю. Все для страны нужно? А? Все для страны нужно? Все нужно, да. Курьеры, может. Мне кажется, нет таких. Все востребованы? Все востребованы. Значит, работы, наверное, мне кажется, что не всем хватает. Я думаю, таких нету. Трубочист. Все... У нас труб нету, уже отопление на этих, как они называются, на батареях. Трубы не надо чистить.